Всем привет, сегодня уже будем проходить мобильную версию 5 на час Freddy Plus. Давайте стартовать. Ну, начнем мы с вами с проверки пасхалки. Выбираем кастомную ночь. Нам нужно на Фредди выставить единицу, на Бонни девятку. Чтобы у нас получился год 1987. Помните, я его вводил в компьютерной версии и не сработало. Давайте сейчас введем здесь. 1980. И на Фокси семерку. Begin. Все, кастомная ночь. На нас Фредди напал. И игра вылетела сразу же. А почему ты такой злой-то? За что ты на нас нападаешь? Отсылка на что? 1987 год. Все, продолжаем. Давайте посмотрим экстра. Характеры. Фредди, Бонни, Чика, Фокси. Ну-ка, еще. Больше никого нет. Jumpscares. Звуки одинаковые. Так, срочно назад. Опять экстра. Офис. Нам показали проект игры в блендере и также развертку вверху. Это почти что 360 градусов. Но мы не можем за спину смотреть. Офис, посмотрели кредиты, эдиты, баг. И давайте начнем с новой игры. Постараемся пройти до конца той же моей тактикой, которую я придумал. Что мы с вами через час закрываем обе двери и просто следим за Фокси. Также еще сегодня проверим пасхалку, что если мы будем листать от 7 до 10 камеры, то нам может попасться золотой Фредди. Да в принципе крутится голова, неплохо. Так, ну-ка, планшет. На Фокси. Да, все отлично. Ух ты, такие часики простые. Все упрощенное, ну-ка, свет. Двери. Так, мы их и так бы закрыли. Нос пиликает. Да, пиликает. Кстати, очень часто пиликать нельзя, как и в компьютерной версии. Вот вы не можете прям подряд. Но это очень сложно. Дверки есть. Посмотрим за Фокси все равно. Но они, скорее всего, даже с места не сдвинутся. Ух ты, они приближены к камере. Чику даже почти что не видно. Хорошо, ждем. Сможем ли мы пройти игру по тактике прохождения компьютерной версии? Так, у нас есть седьмая камера. Это кухня, видите? Написано Kitchen. Камера выключена. Мне советовали нажимать семерку-десятку, скорее всего, для того, чтобы мы с вами на десятой камере увидели Фредди. Но уже не стандартного, а золотого. Лишь для этого надо на десятку переключаться. Потому что он не может появиться на седьмой камере. А так нам нужна только лишь седьмая камера. Получается, нужно планшет открывать и закрывать. Чисто на кухне. Так, ну все, мы можем двери закрыть. Проверяем тактику из компьютерной версии игры. Фиолетовые провода. Все, сидим. Кстати, нам никто не звонит даже. Настолько упростили игру. Время тоже. Стрелки идут в реальном времени. Но само время идет в 60 раз быстрее. У нас час проходит за минуту. Все, 2 часа утра уже. 7:10. Кстати, мы листать только сейчас и можем. В первую ночь. Нам никто не опасен. Еще никто не выдвинулся даже. 65% зарядки. Да просто тогда сидим. Побалуемся. На Фокси. Слышите? Часы тише звучат. Реалистично. Мы отвернулись от них. Получается, звук у нас сейчас направлен в уши, а так в затылок. Кстати, там у нас было 52 или 51% и наступил третий час. Будет ли сейчас так же? Смотрите. Даже еще экономнее идем. Ой, это кто? Чика ушла. Кстати, так и не проверяю, 7:10. Но, скорее всего, эта пасхалка сработает только, когда Фредди выдвинется. Сейчас золотой Фредди не может появиться, потому что он сам стоит на второй камере. Проходим сегодня мобильную версию 5 на час Фредди+.
Фокси не выдвинулся. Так, у нас камеры какие вообще отличаются? 1А. Такого не помню. Двойка приближенные аниматроники. И аниматроники сами с другим дизайном. Пятая камера тоже совершенно другая. Точнее, пятая комната. Десятка, не помню такого. Коридор. 9А похож. 8 не видел подобного. Шестерку. Тоже не помню. Ух ты. На четвертой камере есть просто скелет аниматроника. процентов. Ждем 5 часов утра. Кстати, мы все посмотрели. 1А. Да, все видели. Фокси даже не выдвинулся. Можно просто на часы смотреть. Скоро 5. И сколько же времени нам дает Фредди для прохождения? Ведь у нас, скорее всего, проценты закончатся раньше, чем наступит 6 часов утра. Давайте смотреть. 7.10. Но он еще не выдвинулся. Щелкаем 7.10, 7.10. Ой, чека на кухне. Вот как раз таки на 7. 5 часов утра. Время пошло. Пошел финальный час. 7.10, 7.10. Нужно прям чередовать. Вот и Бонни ушел. Фокси даже еще не сдвинулся с места. Давайте просто так сидеть теперь. Почему охранник не может посмотреть в планшет в таком положении головы? 7%. Так мы даже почти что на процентах могли досидеть. Или даже сможем. На процентах сможем, смотрите. 4. Где-то здесь будет 2. Останется 1%, похоже. Ах ты, нет, не останется. 0. И двери закрыли. И сразу 6 утра. Ну-ка. Вращать головой не могу. Похоже, все 6. Но они не написали ничего на экране. Так 6 уже наступило же. Или это нападение? Смотрите, какая жесть. Это кто? Уильям Афтон? Это Уильям Афтон или нет? Давайте continue. Ночь первая. Нам не дали пройти. Здесь нет такой поблажки, как в ПК-версии. Если двери открылись, то мы проиграли. Или это была пасхалка. Одно из двух. Ничего себе, то есть нужно двери немножко позже закрывать? Вот этого я не ожидал. На Фокси. Мы сегодня, скорее всего, Золотого Фредди не увидим. Но можно это сделать на пятой ночи, если мы до нее доберемся. Ждем часа. И немножко больше посидим. Я, конечно, также очень много зарядки потратил, смотря на все камеры. Да, сейчас можно поменьше смотреть. Ведь нам не хватило буквально нескольких секунд до прохождения. А кто это напал-то? Почему нам Афтона показали? Как будто даже его призрак. 10% раньше уходило на 1 час, если мы не взаимодействовали с дверями. Но сейчас я немножко провзаимодействовал. Все честно идет, да, так же, как в ПК-версии игры. А вот сейчас давайте закрываться. Через 1,5 минуты. Поглядываем за Фокси. Все нормально. Да, пока что мы с вами Золотого Фредди никак получить не сможем. Потому что оригинальный Фредди никуда еще не выдвинулся. Скорее всего, он и меняет скин на золотой. Либо это будет Фредбер, у которого тоже шкура золотая, и цилиндр будет фиолетовым. Так, ну-ка, стоит ли нам волноваться? Нет, Фокси даже не собирается. Нужно посмотреть, сколько секунд у нас будет в запасе. В конце, если мы пройдем. Потому что я 1,5 минуты сейчас сидел с открытыми дверями. И поглядываем. 54%.
Идем с запасиком. Я не ожидал, что нам игра не дает второго шанса. Если двери открылись, мы проиграли. Это почему так? Ну-ка, что за кнопка? Смотрите. Какая-то есть кнопочка красная. У правой двери такой нет. Ну-ка, вентилятор останавливается, когда мы откроем? Нет. А в компьютерной версии, если мы открываем планшет, то у нас на время вентилятор встает в виде креста. За Фокси быстренько. Ну-ка, можно же мгновенно. Вот скоро уже 4 часа. Капкейк уже приобрел ноги по сравнению с оригинальной версией игры. 4 часа утра. Нам только за Фокси смотреть. Кстати, ну-ка, что у нас на третий? Код ввести нельзя. Смотрите-ка. В мобильной версии игры. Все на Фокси. 1С. Эта сцена располагается также в столовке, так как 1Б у нас столовая и 1С. В отличие от компьютерной версии игры, нам не показано, куда направлена камера. Но мы знаем, что у нас сцена здесь. Значит, вправо-вниз. Все, давайте теперь энергию не тратить. Нам нужно, чтобы хватило ровно до 6 часов утра. Все, быстро, Фокси. Он даже еще занавес не отодвинул. 17. Да, здесь похоже. Посложнее так проходить из-за того, что аниматроники не прощают. Сразу нападают. Тринадцать. 12. Так, смотрим. Фокси не выдвинулся. 1:30 закрылся. Но сегодня самая главная задача — пройти игру. Неважно каким способом. Пока пробую свой. Если что, будем одну дверь открытой оставлять. 4. А, все. Укладываемся, укладываемся. 2. Даже 2% не стало. Все, 6 часов. Но нам не показали сейчас. Все, показали часы. Статически. Нет, стрелка шагнула. Ну-ка, что скажут? Continue. Ночь 2. Ура. Так и то, мы сами досидели еле как. Это при том, что у нас 1.5 минуты. Двери не закрывались. Неужто так же ждать? Резко на Фокси. Полчаса прошло. Кто выдвинулся? Никто. Зеленое потребление энергии. Ну-ка. Кстати, если подсвечиваем, правые огоньки не горят. Нам просто показывают значок питания. Но он не становится оранжевым. Вот час прошел, давайте посмотрим, кто сдвинулся с места. Фокси уже вышел из-за штор. Ладно, также 1.5 минуты сидим. Уже 1.5 минуты. Точнее, не 1.5, я же сидел-то. А 1:15. Закрываемся, понятно. Это был 1:15. А я говорю, что 1.5. Нет, все не так плохо. Фокси. Ах, так он уже проанимировал дальше. И вот так просто сидим. Нельзя давать ему бежать. Но можно его подразнить. Так, к нам ходят. Давайте глянем, кто там. Ушли все, кроме Фредди. Самая главная задача — пройти игру до конца. От первой до последней ночи. Выберем любую тактику удобную. Посмотрим только быстро. Смотрите, как можно вращать медленно головой. Даже еще медленней. Ах ты, Фокси дальше пошел. Все. Он уже нас тренирует. На вторую ночь. Неужто я в ПК-версии
чаще нажимал на планшет, на второй ночи. Ведь следующей анимацией уже будет побег. Ладно, 56, смотрите, 3 часа утра. Больше половины процентов зарядки осталось. Пока все работает отлично. Ну-ка, Фредди вышел. И он тоже вышел. Прикол, стучаться. Ну-ка, кто там? Это Бонни. Вот как он делает. Ушел? Ушел. Да, кстати, я прохожу по определенной тактике, но я вам даже аниматроников не показал. Мы сразу проходим игру. Сорок один процент. Так, кто это так ходит? Смешно. Кстати, нет напряженной музыки никакой. Также сейчас и Чику рассмотрим, если придет. 15 секунд до 5 часов. И потом эти проценты нужно как-то сохранить. Ведь мы проигрываем, если двери открываются. Бонни, привет. Уходи. Ничего себе, как интересно. Он просто нам подсказывает, что подошел. Справа кто-то есть? Это не Чика. 16%. Так, еще полминуты, у нас 14% зарядки. Может, просто посидим тогда? Да, хотя Фокси тогда побежит и зарядку снесет, мы сразу проиграем. Лучше не рисковать. Еще полминуты, 10% осталось. 9. 8. Хотя бы раз в 3 секунды нужно проверять. Ну, почти прошли. Так, все, уже больше не проверяем. 2, смотрите. 1. Давай. Прошли чудом. Это при условии, что мы 1:15 сидели с открытыми дверями. Чика так и не подошла к правой двери. Вот, смотрите, 2 ночи прошли. 3 are the night. На Фокси. Вот и музыка началась. Смотрите-ка, музыка-то вот когда появляется. Значит, если мы с вами игру пройдем до конца, с пятой ночью, уже потом поищем пасхалку. На 7-10 камере. Сейчас просто не выпускаем Фокси. Если мы с вами двери держим открытыми и не пользуемся планшетом, то у нас уходит 10% зарядки на 1 час. Вот сейчас я пользуюсь, но очень быстро. Смотрим. 91. 90. Когда наступит первый час? 89. Смотрите-ка. 88. 2% ушло на планшет. Нет, уже Чика на кухне. А, кстати, можешь, знаете, как сделать? Смотрите, глянем быстро на Фредди. И он ушел тоже. Это я рискую, получается, нереально. Ой, так давно пора закрываться было. Ничего себе тактика. Все, и только за Фокси. Скорее всего, досидим. Сейчас ждем Чику справа. Мы ее еще ни разу не видели. Как будто скалку деревянную уронили. На лестницу. Да, Фокси нельзя выпускать, он самый главный здесь. Все-таки он сносит проценты дверей-то. Нет, это был не Бонни. Это был фантомный Бонни, фантайм Бонни. Йо. Кстати, может сейчас... О, давайте посмотрим. Бонни, привет. А что если нам с вами 7-10? Побаловаться. Ну, видите, Фредди здесь нет. На Фокси.
Самое главное, чтобы у нас на 3 часа утра было больше 50%. И здесь игра, как я понял, не прощает. А сразу как двери открывают, мы проиграли почему-то. Возможно, это была просто пасхалка. Кто там так мягко? Может, сейчас сделаем? Чика пришла быстрее. Чика, привет. Чика, класс. 51% 3 часа утра. Ой, ничего себе там глюкануло. Все, Чику отправили на кухню. Рыться в посуде. Что она интересно ест, если она аниматроник? Металл? Сейчас посмотрим, сколько процентов нам точно хватает для того, чтобы пройти полностью 5 час. 20, как будто сильнее энергопотребление идет в следующей ночи. 19? 18? 5 часов, смотрите, так этого не хватит. Получается, смотреть нельзя, за Фокси что ли? В конце. 16. Вот Бонни пришел. 15. Что если не смотреть? Давайте один раз посмотрим, больше не будем, все. Теперь только на часы. Предположим, что сейчас Фокси проанимирует. Через секунд 20. Да, и потом резко отнимет у нас всю энергию. 9. 8. Опасно, не-не-не, один раз смотрим. Уже проанимировал дальше. 6. 5. 4. Было 18% зарядки у двух дверей. 3. 2. 1. Давай, 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 дойди. Дойди. Дошли, слышали? Бежал Фокси. Супер, смогли. Часы фирмы Fregatix. Вот только так проходим. Дальше континью, четвертая ночь. Скорее всего, в одну из этих ночей мы с вами одну дверь будем держать открытой. Фокси там не готов еще? Уже готов, смотрите. Чика уже на кухне. Уже бегают. Да, Фокси высунулся. Да, прикол, нереально. Иди отсюда. Ну-ка. Выгоняю, смотрите, с открытой дверью. Так уходи. Как вам такой прикол? Из-за Фокси. Йо, попались. Светим. А давайте закроем. Нельзя, говорят. Да, попались, конечно же. А почему на четвертую ночь так быстро приходит аниматроник? Один глаз выше от другого, смотрите. На сантиметр. Continue. Еще раз пробуем по тактике двух дверей. Будем смотреть, кто раньше приходит обычно. Скорее всего, Бонни будет приходить. То есть, если постучиться... Да, давайте даже смотреть, во сколько постучиться. Чика уже на кухне. Чика уже на кухне так быстро пришла. А если просто свет врубить? Может, можно просто с включенным светом проходить? Таки раз включили, и правую дверь включили. И никто не подойдет. Мягкие шаги. Ну вот почти что минуту нам дали посидеть. Да йоу. А это ты, да? И мы такие раз, смотрите. Через часик закрываем. А эту дверь давайте пока что подержим. Закроем намного позже, тогда. Вот. Где Фредди, кстати, не на 10 ли? Не на 10, ура. Может, он даже не выдвинулся? А как, кстати, он ходит? Мы этого даже не знаем. Давайте вторую дверь через час закроем. Если можно. Вот кто так бегает, это Фредди бегает. Один глаз выше. Прикол, на сантиметр. Зачем так сделали?
Ну хорошо. Тогда первую дверь закрываем, как только придет Бонни, а вторую немножко попозже. Так, на Фоксе. Ищем идеальную тактику для прохождения. Мобильная версия игры отличается от ПК-версии. Аниматроники уже приходят пораньше. Но Фокси все равно пускать нельзя. Мне кажется, первый раз, когда мы начали четвертую ночь, была менее удачная попытка. Бонни пришел намного раньше. Вот как сейчас. Так, уходи отсюда. Может просто его прогнать? Смотрите. Как уйдет, откроемся сразу. Не успел. Да, так не перелеснешь. А кстати, так мы же с вами боимся только Фредди. Да ё! Я могу вообще успеть, если он уже бежит? Еще релакс-тактику. Что мы можем просто закрыть двери. Да, и нам никто с вами не звонит. Значит, Фредди прибегает с правой двери, с левой Бонни и Фокси. Ну хорошо, будем знать. Постараюсь успеть, как Фредди побежит, закрыть дверь. Так, понятно. Чика, мы таки закрылись. Дальше сидим. Но нам нужно Чику-то прогнать. И Фокси не пускать. Все. Да йоу. Нереально. С вами бороться? А, кстати, я же его не прогнал. Так уходи. Сколько светить-то можно? Сейчас только. Открываемся. Теперь уже не паримся. Все, и теперь только за Фредди. Давайте. Как побежит, закрываем. И... Да ё. Все, закрываемся. Закрываемся срочно. Все, закрываем. Все, теперь только за Фокси. И ни на кого не смотрим. Фантастика. Так, Фокси уже вышел на одну анимацию. Ну, неплохо. Уже почти 2 часа. Да, все равно хочется закрывать-то две. Вначале как-то хитрить, а потом уже две ровно закрыть. Получится ли так пройти четвертую ночь? Еще их дразнить хочется. Фредди подбежал, вот как. Его встретила закрытая дверь. А, кстати, а если так? Нет, никого нет. Все, ладно. Не тратим. И ни на кого не смотрим, не обращая внимания. И Чика, и Бонни пришли одновременно. Не такого лаки момента я ждал. А чтобы они долго не приходили. Да, у нас должно быть более 50% зарядки к третьему часу. Ну, похоже, будет. Опять-таки Фредди подлетел. И опять неудача. Только Фокси. Три часа, 53%. Класс. Надо же, сидим с двумя закрытыми. После просмотра в планшет можно заглянуть и на часы. Вот здесь бы секундочки шли вверху. Или вообще часы поставили бы перед нами. Почему мы сами их не перевесили себе сюда? Зачем нам слева-то они? Нам хватило 18% зарядки дверей, чтобы пройти пятый час. Вот сейчас смотрим, если будет 18, то тоже пройдем. Лучше, конечно, 19 или 20.
Так, передержал. Фредди подлетел. Четвертый час, 37%. Вот четвертый час я не запомнил, сколько было. Дразним всех. Но можно было больше пасхалок сделать в игре. Допустим, мы нажимаем на струны, какой-то звук воспроизводится. Фредди подлетел опять. Так, еще полминуты, 28%, в принципе. Но есть вероятность, что останется еще 18%. Особенно если мы за Фокси смотреть не будем, то точно успеем. 24, 23, ну тают проценты. Фокси уже вышел на следующую анимацию. 21, 20, нет! Ну, кстати. 20, 19, но я, похоже, подгоняю. 18 только сейчас. 17. На третьей ночи мы с вами даже перестали уже смотреть за Фокси в определенный момент. Либо очень быстро смотреть. Фредди прилетел. Еще 30 секунд осталось. 10. 9. Прикол. Уже не надо смотреть-то даже за ним пока что. 8, 7. Но если Фокси снесет проценты... Все, все, теперь уже не смотрим. Уже не важно. Осталось 10 секунд. 9, 8... 7, 6. Четвертую ночь прошли. Четвертая ночь пройдена. Сейчас самое интересное. Какая же тактика нас приведет к победе? На Фокси нацеливаемся. Вообще смотрим, через сколько придут аниматроники. Чика уже на кухне. Значит, так же работаем. Через закрывание дверей. Ага, если Фредди прибежит. Может, он даже не вышел? Он уже вышел. Прикол, понятно. Даже не смотрим, видите? Смысл светить-то. А, хотя как смысл? Мы же его прогоняем. Показали, что видели. Так, может, уже ушел? Да и опять-таки нет. Мягкие шаги. Ушел. Чтобы ручку видеть, можно так сделать? Ручку. Есть, видим. Давай. Закрыл. Есть. Что такое то? А может, открываемся? Десятка. Он не здесь. Он не здесь, открываемся. Тестово, конечно. Так, зато Бонни здесь. Да ё! Закрыл! Он здесь постоянно обитает. Гад! И Бонни здесь. Я не могу одну дверь открыть. Ничего себе, да? Открываемся, может? А, ты ушел, да? Все. И чтобы на ручка была видна. Да прикол, не. Фредди уже не разрешает. Да, все. Тогда пока так. Оставляем левую открытой. Насколько можно. А, ну и показываем, что мы видели тебя. Так, куда там? Светишь? Ну-ка. А, ну справа никого. Открываемся. Так, Чика пришла, понятно. Бонни здесь. Так мы сейчас пройдем ее просто нормальной тактикой. Хватит светить. Видите, Фредди подбегает. 2 часа, 64%. Все, сейчас. Одна дверь открыта. За Фокси. И давайте, чтобы ручка была видна. Вот так, давайте. Во. Тема.
Закрыл. Вот только так как-то. 58%, 2 часа. Сколько там? Это кто? Это не Боннибал. 55. С одной дверью. Ну, вскоре же можно закрыться. 53, в принципе-то. У нас такая ситуация уже была. Все, закрываемся. И теперь просто ждем. Вот, так проверим. И ни на кого уже внимания не обращаем. Да, нам нужны определенные проценты, после которых мы можем уже двери закрывать. И далее смотрим только за лисом. За красным лисом. Firefox. Firefox. Вы запомните проценты, при которых вы проходили, если две двери были закрыты. И на эти проценты смело закрывайте дверь и следите только за Фокси. Фредди бегает бесконечно просто. Чика стучится. Чика, в дверь постучи-ка. Тридцать восемь, 4 часа утра. Смотрите, нормально. Но вначале-то мы поиграли на пятой ночи. Сейчас просто закрылись. Фредди подлетает. 33. Должно остаться 19-18%, чтобы мы с вами прошли пятый час. Двадцать девять. Так сейчас даже лучше, что ли, будет? Нам всего лишь-то нужно играть, видите, сколько? Секундочек. Четыре часа. Так, ну нормально. За Фокси. Но он уже близко, кстати. Шансов на ошибку нам уже не дает. 22, 5 часов, ура. 21, 20 сразу же. Сижу. Вот так. Чика ломится. Вот только сейчас 18. Сейчас посмотрим на часы. Ах, ты еще полминуты. Да, похоже, прошли. Но за Фокси смотрим. Не выпускаем. Да, в пятую ночь пришлось нам поиграть. Мы не можем тут просто расслабленно сидеть с закрытыми дверями. 9, 8... Мы никого не слышим, как будто бы. Одели наушники, слушаем музыку. Там уже, кстати, последние секундочки. Ну все, смотрим на часы. Да, на 5% прошли даже. Поздно, закрыл. Все, мы с вами 5 ночей с Фредди Плюс прошли. Давайте теперь попробуем добыть пасхалку на 5 ночи. Потому что Фредди быстро подлетает к 10 комнате. Будем сейчас листать то 7, то 10. Но пока что не закрываемся. Смотрим за Фредди. Так, Чика уже на кухне. Ждем, чтобы Фредди ушел. Бонни ушел. Вот и Фредди ушел, все. Закрываемся на обе двери. И давайте листать теперь камеру 7-10. Добудем ли мы пасхалку? Ты что так ломишься-то? Что за ужас? Это Фокси полетел? Да, Фокси, видите? Я не заметил, чтобы он что-то отнял. Все, листаем 7-10. Ну-ка, может 9? Чика здесь, рядом. А где, кстати, Фредди-то сам? На тройке? Не золотой пока. Все, листаем. Исчез. Попробуем добиться золотого Фредди. Прикол, вы что пугаете так? У меня аж планшет как будто открылся. Более пугающие звуки в мобильной версии игры. 7-10, нормально, да? Может, так нужно делать? Да, планшет открывается, если Фокси прилетает. Ну
Но мы Золотого Фредди можем увидеть только на 10-й камере, так понимаю. 7-10, 7-10. Да, но мы очень странный охранник, который смотрит туда, где ничего не видно. Смотрите, 66, 65, процентик как будто отнял там всего. Он не золотой, гад. Обычный Фредди пока. 7-10. Да, он, похоже, сразу процент отнимает, мало. Получается, за Фокси даже можно не смотреть, что ли? 52%. А, ну еще очень далеко, да, мы не прошли бы сами никак. Даже проценты не отняли. Почему мы тогда с вами боимся Фокси-то? А может, на нас просто нападет Золотой Фредди? Были комментарии, что нужно просто смотреть во тьму на кухне. Но как мы Золотого Фредди увидим во тьме, если он должен быть на 10-й камере? Был комментарий, что нужно листать между 7-й и 10-й. Вот так, перелистывать. Нет, Фокси даже проценты не отнимает. А я его боялся. Так, ничего себе. Получается, можно просто левую дверь закрыть. Правую открыть. Ничего себе. Так, смотрите, это вообще супер. Все. Ждем кого-нибудь. Кто на нас нападет? Сейчас раз скажу, что мы прошли. Напал обычный Фредди. Давайте еще раз стартанем. Мне понравилось. Еще оказался интересный момент, что за Фокси можно даже не смотреть. Давайте сейчас после первого прихода Бонни дверь закроем. И уже больше открывать ее не будем, левую. Сейчас будем проходить совершенно другой тактикой и заодно искать пасхалку. Пока вообще дверь не закрываем. Кстати, а если придет Фредди раньше? То есть нам нужно видеть и рычаг правый? Да, Чика пришла, прикол. Ладно, закрываемся. Йоу! На пятую ночь очень быстро Фокси прибегает. Просто за Фокси, посмотрим. Не пускаем его, две двери открыты. На пятой ночи. Новая тактика, но все равно пасхалку поищем еще. Нам сначала нужно будет двери закрыть. А, кстати, мы же ищем его. Когда видим рубильник правый, чтобы еще от Фредди закрыться. Успеть. Так, давайте, давайте, давайте. Нужно поймать моментик. Положение поймать. Ждем. Как только придет Бонни, дверь закрываем, да. Все. И теперь только, в принципе, за Фокси пока что. И за Фредди. Так, Чика пришла, понятно. А нам сейчас Фокси уже не нужен. Чику сгоняем тогда. Все, левая дверь закрыта навсегда. Фредди пришел. Подожди, так он реально пришел. И стоит на десятке? Нет, все, ушел, молодец. Открываемся. И теперь просто дверь закроем в любой момент. Вот так сидим, смотрите. Нам даже планшет не нужен. Это кто был? А, так мы с вами не определяем, что это Фокси или Фредди. Лучше сидеть, смотря на плакат. Это Чика, выгоняем. Чику прогоняем. Новая тактика. Как только уйдет, сразу открываемся. А, ну Фредди подбежал. Надо посмотреть. Он ли это или не он? А, ну мы его и не видим, да ведь? Открываем. Чтобы нас не провернуло. А если подсвечивать? Кто там? Да, но мы не слышим, что это Фредди или нет. Вот сейчас Фредди подлетел. У него шаги более мягкие. Фокси бежит жестко. И очень быстро.
Чика ушла, открываемся. Да, лучше так сидеть. Вот это Фредди. Смотрим, да, получается за ним. Но его на десятке нет. Открываемся. Сейчас раз нападет. А, так все, закрываемся. Все, вот 3 часа, досидели. И все, мы с вами прошли игру. Вот, смотрите, мы ни с кем не будем взаимодействовать. А, ну хотя нам же еще нужно в планшет смотреть. А хотя ладно, давайте не смотреть. Давайте не смотреть. Даже за Фокси. Все, просто сидим. Сейчас еще раз допройдем игру. Пока не до пасхалки. Интересная тактика, что мы левую дверь закрыли почти сразу же. Справа немножко поиграли. И вскоре закрыли обе двери. Мягкие шаги. Возможно, золотого Фредди и нет. У нас Фокси проценты даже не отнимает. 38, вот смотрите, просто сидим. Фредди легко определить, он бежит медленно и более мягкими шагами. И лучше сидеть, смотря на вентилятор, чтобы мы знали, что он именно справа бежит. Да, это Фокси такой злой. 33%. Нам нужно, чтобы осталось 19, и все. Или 18 хотя бы. Легко останется. Вот это Фредди подбежал. Но можно запутаться, если мы вот так сидим. Мы можем подумать, что это уже Фредди бежит. Потому что уши направлены на правую дверь. Вот, мы даже не паримся за Фокси. 22. Возможно, 0,5% он сносит. Потому что проценты часто переворачиваются в момент того, как он прибегает. Вот, смотрите. Ну-ка. А, это Фредди подбежал. Он, скорее всего, тяжелее Фокси, поэтому бежит медленно. Смотрим. Нет, коснулся двери. И у нас проценты не убавились. Просто сидим. Релакс прохождения. Это Фредди. Только и подбегают к пустым дверям. Вот Фокси несется. Девять, восемь, так изи. Оказалось, в мобильной версии игры даже за Фокси смотреть не нужно. Пять, четыре, да, все. 5%. Ночь пройдена. Давайте сейчас две двери снова закроем и еще раз поищем пасхалку. Почему мы так сильно боимся десятую камеру, если 9Б ближе к нам? Семь, десять. Сейчас будет 5 часов утра. С полностью закрытыми дверьми. Мягкие шаги. Так, ну Фредди золотого мы так и не поймали. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня прошли мобильную версию 5.6 с Фредди+. С вами был Топси. Всем пока.